Перспективные рекламные видеоносители для бизнеса. Ростелеком оборудует видеопанелями больше 1200 отделений Почты России в ПФО. Значительная их часть разместится в Самарской области. Мы провели очень долгое время для того, чтобы настроить этот проект и сделать действительно решение очень качественным и инновационным. И такого решения на рынке России больше нет. Поэтому в текущем году мы планируем очень активно уже раскатывать и внедрять для коммерциализации наше решение совместно с другими партнерами. Digital Indoor реклама – это не только сами экраны. Например, контент рекламодателя хранится на облачных сервисах, которые надежно защищены. Высокие технологии служат главной задачей, чтобы было интересно и посетителям отделений, и чтобы бизнес получил максимально эффективную рекламную площадку. Наш индор-проект позволяет делать геотаргетинг вплоть до одного отделения почтовой связи. Последние исследования показали, что использование Digital Indoor носителей увеличивает узнаваемость бренда более чем на 40%.